А это миссия города, куда приезжали, прилетали и приходили раненые со всех фронтов. В Красноярске во многих учебных заведениях и общественных заведениях были госпитали. Так вот, об этих госпиталях нам с вами поведает команда Центрального района Красноярска. Встречайте! Свой горячий красноармейский привет. Сообщаю, что по душе был я ранен в правую ногу. Рана оказалась очень тяжелой. Осколком раздробила коленный сустав. Хотели даже ногу ампутировать. Но мне очень повезло. Отправляют меня на лечение в далекий сибирский город Красноярск. Говорят, есть в том городе удивительный доктор. Самых безнадежных раненых на ноги поднимает. Фамилия у него чудная. Еле запомнил. Воин Ясенецкий. А еще чуднее то, что он, говорят, священник. Верю я, что поможет мне чудо-доктор, и вернусь я в строй, и буду бить проклятых фашистов за весь советский народ, за вас, мои родные. Пока, до свидания. Крепко вас всех целую. Ваш Иван. А совести тихие, тихие, тентами туманов покрытые, озера покрятся, горя. Зори здесь тихие, тихие, под яблони соком налитые, и солнце, как лапа, а ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая. Чтоб она тебя дождалась. А зори здесь тихие, тихие, кинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа.
Здравствуйте, мои родные. Шлю вам свой горячий привет из госпиталя. Скоро у меня операция. Оперировать будет сам главный врач, хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, святитель Лука. Все, что я вам о нем писал, самая настоящая правда. Знали бы вы, как мы ждем появления нашего доктора в палате, его теплых, ободряющих слов. Так много хорошего я услышал об этом человеке, что операции не боюсь. Знаю, что все будет хорошо. А еще к нам вчера приходили студентки-медики, совсем молоденькие девушки. Ну так ловко ухаживают за самыми тяжелыми ранеными, перевязки делают, работают нянечками, прибираются в палатах. Слышал я, что ночью им приходится встречать на вокзале раненых, перетаскивать тяжести. А они такие худенькие, маленькие. Глядя на них, думаю о вас. Надеюсь, вы здоровы. Понимаю, что и вам тяжело приходится. Одно слово. Война. Верю, что все будет хорошо. Обнимаю вас. Иван. Здравствуйте, мои родные. Сообщаю вам, что я почти здоров. Операция прошла успешно, и я быстро иду на поправку. Госпиталь мой находится в центре города Красноярска, в большом здании, бывшей школе. Ребятишки теперь в другом месте учатся. Вчера они приходили к нам, устроили концерт, пели, читали стихи, словом, дух наш боевой поднимали. Вспомнил я тебя, моя дорогая доченька. Сердце так и защемило. А ребята молодцы. Оказывается, они в госпитале частые гости. Не только поют и пляшут, но и письма помогают писать раненым, газеты читают. А тем, кто грамоте не обучен, дают настоящие уроки чтения и письма. Мои родные, несчетно целую вас. Ваш Иван. И желаю тебе быть здоровой, хорошо учиться, помогать маме и бабушке и дождаться своего папки. Уже завтра я возвращаюсь на фронт и буду вести бой с фашистской Германией за нашу родину. И все благодаря персоналу госпиталя. Нет таких слов, чтобы отблагодарить их за благородный труд. Я посчитал, что на 500 больных приходится всего 4 врача. По 10-11 часов проводят они у операционного стола, делая по 8 или 10 операций в день. И еще остаются на ночные дежурства. Говорят, что врачи города Красноярска спасли много жизней. Больше половины раненых солдат. И почти все больные смогли вернуться на фронт или к своим семьям. Я считаю их героями нашей Родины. Всех врачей, всех медсестер, санитарок, всех, кто помогал и помогает советским солдатам. Мои родные, какой бы жестокой ни была эта война, победа будет за нами. Мы твердо в это верим. Желаю вам здоровья. Я вернусь домой. А пока до свидания. Ваш Иван. Ждите меня. Акула в мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив сожжется свеча, и повернется в молитву. Спаси, сохрани, и послышат за ты.
матери ждут. Только жены не спят, только девочки-дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат. Безумный просто комок в горле. Для Центрального района еще раз наши аплодисменты. Уважаемая жюри, у вас должен быть вопрос для Центрального района. Я хочу позвать представителей.